последних нескольких месяцев восхищает тем, что наконец-то наше общество становится действительно обществом, потому что никто не предполагал, что башня станет действительно символом борьбы за сохранение наследия 20 века. И, как я теперь понимаю, уже не только в нашем городе. Это нечто постоянное, это московская константа, и поэтому она и становится символом. Надо найти прием, и этот прием понятен во всем мире, все его знают. Надо башню законсервировать. Что значит законсервировать башню? Вот, ее надо вывести из-под нагрузки. И тогда, хоть годами договаривайтесь, но уже мы будем все спокойны, что с башней ничего не произойдет. Она защищена, она выведена из-под нагрузки. Арка генерального штаба. С ней тоже происходят некие метаморфозы, там тоже некие проблемы. С чего они начали? Они вывели ее из-под нагрузки. И вы здесь даже не увидите те современные конструкции, которые взяли на себя труд нести довольно серьезную и тяжелую конструкцию. Интеллектуальная, профессиональная, нормальная человеческая профессиональная работа. Она возможна в наших условиях, если захотеть. Почему мы говорим о том, что башню надо брать в этот кожух целиком? Да по одной простой причине. Ее проблема не только на уровне примыкания к фундаменту, а по всей высоте. Посмотрите, вот эти многострадальные заклепки, они же тоже по всей высоте. Вот это все. Значит, нужно обследовать, исследовать, получить экспертное заключение, буквально руками потрогав всю эту конструкцию. Вот этот кожух, который и позволяет это сделать. Очень коротко, потому что на картинке это понятно. Две стороны стеклянные. Почему стеклянные? Ну, во-первых, потому что башню можно увидеть. Во-вторых, нам казалось невероятно важным, чтобы люди видели, что там работа идет по всей высоте, что там люди происходят. Но с тем, чтобы показать, что у нас меняется отношение к наследию, что мы начали действительно всерьез что-то делать. Потому что тоже башня. Но помазать ее очередной раз антигрозинкой, пригласить несколько альпинистов, которые в такой день, как сегодня, будут ползать по этой башне и что-то делать. Но мы же уже в середине 21 века. Почему в Берлине это все людям понятно? С войны стоял этот знаменитый град, но рядом с ООО. Но посмотрите, наряду с этим, во всем мире так. Почему Парижскую оперу, когда девушку приводили в порядок, то ее тоже взяли в некий футляр, с которым они работают. Буквально вот в каждом городе, с каждым серьезным памятником. Сколько будет длиться эта процедура, мы не знаем. Мы мечтаем только об одном, что все это произошло, к столетию башни. Вот это торжественно, этот кожух можно снять, а оставить башню в таком виде, как есть. Кожух – это многофункциональный объект. Пока ведутся обследования. Рано или поздно ее надо реставрировать, и это полноценная реставрационная площадь. Вокруг башни можно сформировать умный дом. Но почему же нам не получить такую реальную возможность, на наш взгляд, реальную возможность, в этом месте сделать что-то достойное, достойное имени Жукова, достойное этой башни и достойное некой ситуации, которая все-таки, опять еще раз скажу, на Шавловке, в самом центре, в одном из самых уникальных мест нашего города. Я уж не говорю о том, что это в центральной части просто самая высокая точка в городе. Но в 23-м году это могло бы выглядеть так. Это просто декларация того, что как-то разумно можно обойтись с уникальным памятником из территории, которая вокруг него находится. Он стоит не в поле, не где-то далеко, он стоит в центре Москвы и имеет огромную совершенно сферу влияния, да и зону влияния. Самая ближайшая зона влияния – это вот этот квартал, который, к сожалению, сейчас лежит в руинах, может быть, а совершенно однозначно в руинах. И он действительно лежит в руинах. Там нет ни одного стоящего здания, по большому счету, которое можно было бы сохранить в том виде, в котором оно есть сейчас. Там много недостроев, много сумостроев, много брошенных зданий, много объектов, которые используются абсолютно не по назначению, сдаются в аренду и так далее, и так далее. Там не так много собственников, как заявляет в Министерстве связи, да? И с каждым из этих собственников можно договориться. Можно договориться и договориться так, что они все будут довольны и счастливы, они получат дополнительные площади, комфортную среду, очень презентабельное и уникальное место в городе,
Ну и не считая того, что сам город тоже он от этого выиграет многократно. Ну то есть это и так все понимают, да? Теперь по поводу самого проекта. То есть вот это такой микроанализ того, что происходит там. Это вот такая иллюстрация того, что там действительно очень все хаотично и разрозненно. И используется очень неразумно. Вот эти красные здания, они вообще в принципе просто не подлежат обсуждению, потому что они вообще руинируют абсолютно. Их сохранять невозможно. Невозможно их даже не то, что сохранить, их невозможно даже реконструировать. Здания желтые и такие светло-коричневые, они в принципе, конечно, их возможно сохранить, но провести какую-то реконструкцию. Еще одна из проблем, наверное, основных этой территории, это то, что она сейчас вообще недоступна для посетителей, для горожан, для туристов. Башня стоит изолированно, окружена совершенно непрезентабельными сооружениями. Но дело даже не во внешнем виде. Дело в том, что подойти ближе, чем на 10-15 метров, к ней невозможно. Ни с одной стороны, ни с Шаболовки, ни с улицы Шухова, ни через дворы, никак. Вообще, в принципе, невозможно. Естественно, это недопустимо. Проблема благоустройства и озеленения этой территории, которая тоже, в общем, должна быть решена комплексно, а не какими-то микрокусочками. Ну а дальнейшие картинки – это, в общем, иллюстрация таких своих фантазий на тему того, как это могло бы быть. Скорее всего, имеет смысл иметь нормальный туристический маршрут от метро под улицей Шаболовка и с выходом в общественную зону к башне, чтобы на ближайшие 10 лет процесс ее реставрации был аттракционным и неким шоу для жителей города и туристов. И, конечно, самое главное – это открытое пространство, которое позволит башне выглядеть достойно, и город получит комфортную и во всех смыслах интересную и благородную среду. Сооружение подобное, как Юрий Павлович с командой предлагает, конечно, это имеет место быть. Во-первых, это сооружение само по себе устойчивое, а снимает нагрузку с башни и позволяет спокойно проводить, наверное, все-таки это научную реставрацию, которая может заключаться и в частичной замене элементов. А после этого, конечно, этот кожух, то есть все это сооружение может быть демонтировано. Мне бы даже хотелось в зоне работ проводить некое археологическое исследование. Безумно интересно, как это делалось между 19-м и 22-м годом. Там же на чем-то можно найти. Американцы бы сделали из этого просто шоу. Там нагнали бы детей, там люди бы искали какие-то болтики, упавшие заклепки. Там же, понимаете, культурный слой современный, он очень интересен, что могло быть частью некого музея, найденного на месте строительства. Там.